И всем привет, сегодня я продолжаю играть в Overwatch 2. В предыдущей серии был массовый суицид. Нет, это было в предыдущей серии, по-моему. В предыдущей серии я прошел 2 кубка. Купил новую машину, но так ее еще не успел опробовать. На прокачку потратил все деньги, как вы видите, у меня 0 кредитов. Да, по-моему, они называются кредиты. Хотя, честно вам скажу, не знаю. И сейчас мы испытаем нашу новую машинку на бездорожье. Мне солнце глаза слепит, и поэтому я, наверное, половину дороги не буду различать. Вообще, погода ведет себя очень странно. Вчера, значит, когда мы гуляли всем классом, был дождь, мы обычно ходили гулять после этого, но почему-то в этот раз не пошли. Вот. Но не суть важна, и это... А сегодня вот, ну, сегодня я тоже, конечно, собираюсь в кино сходить, но все же. Наконец-то закончился учебный. Вот, учебная четверть, это вот первая. Да, машина очень хорошая, но вот немножечко неуправляемая. Экран отсвечивает, вообще ничего не вижу. Но все же заносит ее, да, заносит. Все же у нас приезд, наконец, облачно, возможно, осадки в виде фрикаделек не из ГМО. По-моему, называется просто облачным из ГМО. Но я вот сегодня как раз на него пойду. Ну, отзывы почитал хорошие об этом мультфильме. И причем у нас будет идти он только с 1 по 6. Странно как-то. Смурфики до сих пор идут, а этот мультфильм очень такая вот долгожданная премьера. Ее это... Не хотят долго себе показывать. Не понимаю я их. Ну и ладно. Да, забыл в предыдущей серии протестить эту машину на дорожье, бездорожье, какой она максимально выдает скорость. Ну что ж, ладно. Кто там... Ой, вообще, ничего не вижу на карте. Да блин. Полкарты просто затемнено, особенно такие вот... Вроде там, где еще солнце светит, там, ну, вот именно на самой карте, там еще вроде что-то видно. А вот когда в тень заезжаю, вообще дорогу не могу просмотреть. Да, машина очень сильно заносит, я вам скажу. Закончу этот круг. Ах, ты меня придется ресетить. Со настройки зайти. Смотреть можно сделать яркость повыше. Я сейчас просто повышу шторы. Черт, это невозможно. Управляемость у нее страдает очень сильно. Вообще не понимаю, как ее можно управлять, Занос очень сильный. Наверное, нужно шины мне прокачать. Но, как видите, довольно-таки прочная машина. Ой, как все отсвечивает сильно. Вообще ничего не вижу. Видимо, срал я тут. Ладно, тогда вот эту гонку пройду, поставлю на паузу и заштурю все нафиг. Зачем тратить время? Прям тут остановлюсь. Занавесил окно и перепрохожу. Точнее, не занавесил, повесил занавески. Потому что у меня так как ремонт идет, мы еще ни занавески не купили, ни палас. Еще нужно ждать заказа тумбочки и потом только идти за покупкой телевизора. Сейчас я стал более-менее различать карту. Ух ты, желтый тик. Да ёпрс, это...
Мою новую машину просто разнесли в пух и прах. Посмотрите. Два столкновения, она уже все. Ремонт, на ремонт уйдет около... Дофигища денег, короче говоря. Ну, хорошо, что здесь ремонт. Не нужно денежки платить, она сама ремонтируется. Так, ну сейчас я должен отомстить желтым. Выброс сделал. Ну что ж, круто. Не справился с управлением, сам себе сделал выброс. Жалко за то, что ты делаешь себе выброс, а тебе не дают бонус. Да ёб просяты, а? Да ёб просяты, а? Господи, какая неуправляемая машина. Третье место. Очень заносчиво. Опять же, по городу машина. Я что-то не помню, я улучшал внутри или нет. Да ёб красоты, а. Черт, а. Ну, очень управляемая машина. Круг третьей позиции, четвертая. Нужно бы нагнать того черного. Оба-на. Влепился в кого-то. А, в черного, оказывается. Немного российские прозвища, но просто я не знаю. Да? Вчера неплохо повеселились на празднике. У нас был небольшой праздник в честь, ну, в честь, во-первых, Хэллоуина, но, правда, никто не одевался. Во-вторых, в честь окончания первой четверти, ну, тоже какое-никакое знаменательное событие. Мы не празднуем только окончание третьей четверти, потому что... Ой, я завис текстурку. Потому что окончание второй четверти — это Новый год. Окончание последней четверти — на окончание учебного года. То есть, получается, тоже нужно отпраздновать. Вот, собираемся мы классом. Ну, по-моему, у нас был всего вчера 15 человек. Да и то некоторые ушли очень скоро. После начала. И очень классно мы вчера повеселились. Начали играть, короче, четверо человек, считая меня, начали играть в прятки по второму и третьему этажу. Ну, в общем, все закончилось расквашенным носом и фингалом под глазом. Ну, вышло очень смешно. И я, короче, забежал на третий этаж и начал там прятаться. Тут начал проходить мимо... слышу то, что на третьем этаже очень темно. И я решил напугать своего друга. Да, честно вам скажу, зря я это сделал. Он, короче, бежит по третьему этажу, я из угла выпрыгиваю, и он мне просто глазом в нос влетает. У меня был разбит нос, я залил весь третий и второй этаж кровью просто там. Капли по ступенькам такие вот лепни. Потом на втором этаже очень много было таких два таких больших пятна. У Тасяны фингал под глазом появился.
Да, опять Тосян фигурирует в этом деле. Не первый раз уже про него говорю. И не последний, потому что классный пацан. Самое главное, я разбил нос, ржу над этим. Сам получил фингал, ржет над этим. Но провели время знатно. А еще я был самым, еще я был трезвым на это. Единственным трезвым пацаном на празднике. Все остальные пацаны бухали. Включая, конечно же, Тосяна. Но я считаю, это нецелесообразно. Ну, в принципе, ну, многие могут сказать, вот, тогда что вы с этими ребятами? Ну, классные ребята, ну, пьют, ну и что, господи. Насрал я еще из-за этого. Портить дружбу с хорошими людьми. Самое главное, что я не пью. А на остальных там, кто пьет, ну, ай, занесло, занесло, блин, занесло. О, да. Прилетело неплохо так мне. Ну что ж, вторая позиция. Ну, неплохо, нужно лишь желтый подогнать. И не дать себя погнать серому. Опять ты, блин. Эй, вы двое, вы не офигели? Я ж вас уничтожу морально, физически. А тебя синий еще и она на корону. Да, я вот видел недавно всякие вот посты про то, что у каждого есть там подруга, чокнутая подруга по имени Настя. У меня две подруги по имени Настя. Да нет, вроде обе нормальные. Правда, обе бьют меня постоянно, не знаю, пошли шутки. Ну, задел уже, блин. Оба-на. Вмазал ему. Потом вмазал себе, но все же вмазал ему. И это самое главное, я считаю. Нет, чувак. Ай-яй-яй. Вот рот, а. Ни себе, ни людям называется. Господи. Хрень малометражная. Третий из четырех кругов. Желтый, я тебя так еще сейчас за предыдущий круг. Как помните, в первом мне довольно-таки много. В первом гонке он мне. Самый первый гонке, который я ресетил. Вот, он мне нанес довольно-таки большой урон, из-за чего я проиграл. Пришлось переспускать. Ну, сейчас я им отомстил. Ставь его позади. А сам постараюсь выиграть. Подрезал, но все же я выровнялся, и меня не обогнали. Тьфу-тьфу-тьфу, не можно, чтобы каркать. В этот раз не отвлекался от карты, ой, от самого геймплея, то в прошлый раз отвлекся и, в общем, вылетел и проиграл. Когда плевал через плечо. Пришлось отвернуться. Ну что ж, осталось тут финишная прямая. И... победа. Первая позиция, круг четвертый. 55 секунд, самое лучшее время. Также, тут получил 800, тут получил 1000. Ну что ж, неплохо. Итого, я нахожусь на втором месте. Осталась последняя гонка на... не на очень хорошей карте. Не очень нам не нравится. 10 минут прошли, но мы ничего не пропустили. Это получается уже прошло где-то минут 15. 20. Я решил до похода в кино сейчас сейчас решил я записать как можно больше до
где-то без 10:03 буду записывать. Около этого. Сейчас на часах. Без 15:02. То есть у меня где-то еще час записи есть. Хочу записать как можно больше. И потихоньку выкладывать серии по 20 минут. Да. Чтобы надольше, надолго хватило, потому что я уже хочу начинать. Вот урод, а вот говно. Хочу уже начать записывать серии по... Забыл. Лампов. Экспозиция. Получается, кто-то впереди желтого. Интересно тоже. Ихихи. Ума. Видали я то, что пролетел сквозь этот камень. Странно, странно. Четвертое. Да какого вы... Говно, а? Говно. Ну ничего, ребят, сейчас у вас прилетит люлей. Я уже говорил, не люблю я ездить по бездорожью. Так, машина очень сильно заносит. Ничего, сейчас он того темно-серого догоним, катаем по самый помидор. Куда вперед, батьки, я не понял. Не понял. Пятая позиция. Мне нужна хотя бы третья, чтобы занять третье место. Куда лезет этот красный? Все капец, чувак. Я решил тебя уничтожить. Хотя ты, смотрю, и сам легко справляешься. Да какого... Ладно, переспустим гонку. Вот в таком пафосном моменте. Потому что там бы я уже не выиграл. Был последний. Но не важно, все равно мне. Меня ушли в огромный отрыв и... Сколько там осталось? Даже если оставалось там полтора круга, я бы не догнал. Ну что ж, в общем, мы ушли, мы сфалкали там всех. Все повпиливались в этого серого. Круто, что? А я занимаю третью позицию. Не круто. Да ёпрс, это чертов отбойники, а! Ну, вернись ты на карту! Ай, говно на колесах. Он не всегда возвращается сразу на карту. Это очень странно и бесит меня. И вот этот отбойник, он постоянно залетает на отбойники. Зачем? Если хочется поднять свою жопу, то... Тут уже твои проблемы. Езжай по-нормальному. Говно на колесах. Хрень с педалями. Он прилетел от меня. Ума, спасибо желтому за то, что развернул. Теперь не спасибо синий за то, что ему дал уйти в отрыв. Ну ничего, я его снес с карты. И сам себя снес с карты из-за этой чертовой... ненавижу. Сейчас постараемся желтого убрать. Потому что, пускай хоть второй круг. Просто у меня еще третий круг, я снял тут уже. Все же нужно разбираться с своим соперником. Ай, пальцем ударился. Вот.
пафосный полет был довольно-таки пафосный. Хотя в этом предложении немножечко не так интонацию поставил. Ну ладно. То есть тут должно быть удвоенное слово пафосный. Пафосный. Очень пафосный. Получилось, как будто я даун и сказал одно и то же слово. Забыл то, что сказал это слово в первый раз и назвал его еще, и сказал его еще раз. Вы двое, вот куда вы лезете, а? Вот кто тебе разрешал, Бритни? Ой, это Мартинс. Дурацкая мне женщина. Хотя я не знаю американских имен, но все же. Я считаю, это дурацкая. Кто-то желтого обогнал. Довольно странно. Так, ну, в общем, вот ты там езжай, желтый, я тебя постараюсь тут догнать. Не хотел я этого сделать. Ну, в общем-то, прыжок удался, так что я не слишком сильно огорчен. Попробую вот снизу проехаться. В общем, третья позиция, ну и ладно. Третья позиция тоже неплохо. Третья это не четвертая, не пятая, не шестая, не седьмая, не восьмая. Как вы уже догадались. Что, да. И так сойдет. 1500 тут заработал, тут ничего не заработал. И тут занял по-прежнему на втором месте. Я опять сказал дважды слово по-прежнему, но неважно. При закупках 6300. И открыть новые мини-игры. Сейчас перезапущу запись и пройду мини-игру.